Наступившая весна принесла с собой вполне традиционные ежегодные проблемы в виде мусора, который после таяния снега изрядно портит вид города. Все то, что норветянами было беспечно выброшено в снег, теперь оказалось на поверхности. Поэтому весной и проводятся городские субботники. Совместный труд, как известно, объединяет и, кроме того, делает город чище. В этом году городской субботник состоится 1 мая. Субботник – это любимое слово мое, потому что именно в субботник ощущаешь, как каждый и молодой, и пожилой человек, и просто дети маленькие, они могут внести свой вклад в развитие города. И поэтому в этом году мы призываем наших норветян 1 мая вместе с нами выйти на субботник. Есть такие территории, которые традиционно убирают какие-то учреждения в городе, прежде всего школы наши, они всегда это делают добровольно, именно во время субботника. Они помогают не только в уборке своих территорий, но и вместе со школьниками мы всегда убираем или липовую ямку, или набережную нашей, набережную реки, можем привести в порядок темный сад. Но это именно такая вот акция, которая проводится один раз. А вот 1 мая, наверное, хотелось бы, чтобы вышли и наши квартирные товарищества, потому что, правильно сегодня говорили, весна начинается с чистоты, весна начинается с того, чтобы было легче дышать, чтобы было красиво, чтобы мы радовались той зелени, которая появляется в городе. И мы знаем, что 1 мая были и республиканские акции по уборке, были и наши городские, и давайте воспользуемся тем, что это будет праздник мира весны и труда, и приведем наш город в порядок. Какие это будут объекты, мы пока не можем сказать, но жители, наверное, знают, что когда мы молодежные субботники проводим, то для молодых тогда мы и музыку организовываем, и какое-то чаепитие, и так, чтобы ребята чувствовали, что их могут поблагодарить за тот хороший вклад, который они вносят в жизнь нашего города. Итак, я надеюсь, что 1 мая у нас будет замечательный день, будет светить обязательно солнце, и мы все вместе поработаем на благо нашего города.